Очень важный момент, дорогие друзья, нарушает правила футболисты сборной Венгрии. Поблизости к своим воротам и футболисты сборной Азербайджана получают шанс пробить штрафной за 3 минуты 44 секунды. Штрафной. Секундочку. Счет остается прежним. 3-2. Углядели нарушение правил арбитры во время исполнения штрафной. Смотрим, как получится второй раз. И вот гол! Браво, браво, браво! Дело предъявлено Рамилю Алиеву, 10 номеру сборной команды Азербайджана. Ну что ж, вот такой вот невероятно упорный и очень интересный матч у нас получается. Ну и браво, еще раз мы говорим Сапиру Алагулиеву, который два подряд положил великолепно.